Так. Привет всем любителям кросс-кантри. Сегодня 22 ноября. Я нахожусь в Баймаке. Температура минус 3 градуса. Не отпускает меня незакрытый гештальт забраться на баймакскую вышку. Я уже там не был 3 года, по-моему. Так что сегодня в последние теплые дни я предпринимаю попытку. Задача у меня сегодня простая. Просто взобраться на вышку и скатиться с нее любым образом. На карте я видел, что сзади есть накатанные дороги. Наверное, буду скатываться сзади, а не там, где взбирался. Thank you.
Сейчас будет первая крутая секция. Ну вот, заехал. Крутить нетрудно, но я чувствую перегрев просто. Ах.
Все, первая секция подъема закончилась. Сейчас есть возможность отдохнуть. Если здесь свернуть направо, то можно доехать до Галеева. Причем подъемов тяжелых не будет, по-моему. Еще небольшой подъемчик.
Фу. Сейчас будет небольшой спуск, возможность отдохнуть, и последняя самая крутая секция подъема, где местами градиент будет доходить до 25%. Все, это самая нижняя передача. Надо отдохнуть. Давай вторую. Голова перегрелась. Ногам вращаться тяжело. Но в таком темпе можно ехать. Главное, чтобы колесо не срывалось.
Фу. Блин. Становится легче. Успел отдохнуть. Все. Фу. Ooh.